Сегодня утром сотрудники Новочебоксарского отдела судебных приставов посетили городской рынок, однако их целью было не отовариться. Служители Фемиды вышли в народ в рамках очередного рейда, направленного на проверку имущественного положения должников и оплаты задолженности. Некоторые неплательщики на месте предоставляли квитанции об оплате. К тем же, кто не захотел в добровольном порядке оплатить задолженность, был применен весь комплекс мер принудительного воздействия. В том числе были наложены аресты на имущество. Если должники не рассчитаются с долгами в ближайшее время, оно будет передано на реализацию. На сегодняшний день в рамках исполнительных производств и в рамках проверки, проводимых судебных приставов по розыску, установлено ряд количества должников, которые осуществляют хозяйственную торговую деятельность на территории рынка города Новочебоксарск. В результате исполнительных действий взыскана денежная сумма, также наложены аресты на имущество должников, арестованное имущество, которое будет изъято и в последующем реализовано, денежные средства от реализованной суммы будут перечислены взыскателем. Как показывает практика, подобные рейды являются наиболее эффективным методом воздействия на должников, но лучше не откладывать оплату долга и не ждать судебных приставов. Информацию о своей задолженности можно узнать, не выходя из дома, воспользовавшись услугой «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по республике. В свободном доступе здесь находится вся информация о должниках. Достаточно ввести для физических лиц свои фамилии, имя, отчество и дату рождения, для юридических – полное наименование организации и ее адрес.